А на Старом континенте отмечают сегодня День Победы над нацизмом. В европейских столицах и сегодня, и завтра пройдут памятные мероприятия. В Париже уже состоялся кавалерийский парад на Елисейских полях. Действующие и избранные президенты вместе возложили венки к триумфальной арке. Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон пообщались с ветеранами и военными, говорили о мире и борьбе с современными угрозами. Мы сегодня услышали много речей о Европе. Неудивительно, ведь в этот день в Европе закончилась Вторая мировая война. И вместе мы победили. Теперь же нам нужно объединиться, чтобы сделать что-то для Европы, чтобы защитить ее.